большой привет! Я очень рада, что вы снова смотрите мой канал. Хочу огромное спасибо сказать всем моим подписчикам, которые за короткий промежуток времени подписались на мой канал. Мне ваши подписки и ваши лайки, конечно же, дают мне стимул в продвижении моей работы. Мне это очень приятно. Многие, может, из вас и скажут, что это не такое же большое количество подписчиков, но для меня это уже продвижение, для меня это уже успех. Поэтому всем вам индивидуальное спасибо за то, что вы подписываетесь на мой канал и за то, что мое видео оказалось вам полезным. О чем сегодня перейдем к рубрике о том, о чем я сегодня хочу с вами поговорить. Как вы поняли, увидев здесь у меня на полке мужской парфюм, мы сегодня будем говорить о мужской парфюмерии. Хочу тоже заметить, что мужчины не менее пользуются парфюмом, чем женщины, поэтому иногда не стоит о них и забывать, и иногда стоит тоже говорить о том, о чем иногда стоит говорить, простите, и о мужской парфюмерии. Первый мой аромат, с которого я хочу начать, так это вот этот Lacoste, который был недавно приобретен для моего сына. Lacoste Energized. Что можно сказать об этом аромате? Очень интересный аромат, но сразу скажу вам, что он не стойкий. Сюда входит цитрусовая композиция, композиция бергамота и лайма. Мне кажется, что из-за того, что в конце не слышится шлейф мускуса или амбры, или, например, сандалового дерева, он поэтому такой легкий, относительно простенький. Этот аромат был выпущен в 2014 году, недавно вот совсем. Этот один из самых брендов на рынке, топ брендов на рынке. Я и моя семья очень любим этот бренд. Не только ароматы и парфюмы пользуемся, другими продуктами этого бренда мы тоже пользуемся. И этот аромат был, еще раз повторю, куплен для моего сына, поэтому сразу отмечу, что он свежий, спортивный. Этот аромат не из тех, что любит громко заявлять о себе. Он приятный, легкий, ненавязчивый. Он именно подходит для спортивного стиля, для спортивных юнош, для молодого поколения. Никак, замечу, жирным шрифтом, никак не могу представить солидного мужчину в костюме, в галстуке, который пойдет в офис и с этим ароматом. Нет, это исключительно не для этого случая. Этот аромат только лишь для спортивных юнош и спортивного молодого поколения. Много об этом аромате сказать не могу. Почему? Потому что он вот такой вот простенький, легенький, цитрусовый. Одним словом, этот аромат цитрусовый. Следующий аромат, это аромат... Вот гирлянд, вот этот вот уже аромат более мужской, более стойкий. Гирлянд аромат Идеал Ом. Он принадлежит группе аромата древесные фужерные, прошу прощения. Аромат новый, тоже 2014 года. База у него тоже шикарная, миндаль в перемешку с кедровыми орешками. Абсолютно ни на какой другой аромат он не похож. Мне кажется, что этот аромат соединяет в себе тенденцию как 90-х годов, так и сегодняшнего времени. Что же касается сладости, то она у него вполне на приемлемом месте. И стойкость, и шлейф тоже у него достойны. Я влюбилась в этот аромат с первого вздоха. Советую мужчинам наносить именно этот аромат на вещи, избегая попаданию на кожу. И тогда часами напролет можно наслаждаться вот именно его притягательным идеалом. Одним словом, этот аромат плюс в наше время. У него хорошая громкость, умеренная сладость, горчинка тоже у него умеренная, достойная, богатая палитра у него звучания. А этот аромат для идеальных, конечно же, мужчин. И мой третий, последний аромат, это Tom Ford Noir.
Надеюсь, вы все знаете продукцию Том Форда. Многие из вас знакомы с Том Фордом. Я как люблю мужские, так и женские ароматы от Том Форда. Вот у меня тоже есть Том Форд Violet Orchidée. В моих видеороликах до этого я тоже говорила об этом аромате. Ссылку о нем я оставлю под видео. Что могу сказать об этом аромате от Том Форда? Этот аромат принадлежит группе фужерные пряные. Он выпущен в 2012 году. Здесь слышны нотки бергамота, тмина, розового перца, фиалки. Нота сердца у него — это черный перец, мускусный краситель орех, герань, болгарская роза. У Том Форда во всех ароматах, абсолютно во всех, фирменный стиль. Мне кажется, его сложно с чем-то перепутать, с какими-то другими ароматами. Он больше подходит на холодное время, нежели на лето. Думаю, летом этот аромат вас задушит. Так как аромат, почему? Так как, ну, потому что он просто сложный, он тяжелый, приторный этот аромат. Глубокие компоненты и стойкость у этого шлейфа исключительно на любителя. Не все одобрят и не все полюбят этот аромат с первого вздоха. Он именно мужской, и причем с характером. Никак не для юнош. Как я советую наносить его, так это осторожно. Следует именно Том Форд наносить осторожно. И не только я советую, эксперты тоже советуют наносить его осторожно. Многие говорят, что Том Форд — это унисекс. Может быть, другие ароматы и унисекс, но этот не унисекс. Об этом я не могу так сказать, что он унисекс. Он именно мужской, именно чисто мужской и немного даже брутальный. На всех, конечно же, он будет звучать по-разному. Почему? Потому что все люди уникальны не только внешне, но и химический состав, и процессы, которые внутри каждого человека проходят, это они уникальны. Это влияет, конечно же, и на кожу, и на температуру, и на кислотность, и на жирность. В парфюмерном мире выделяют два вида кожи – холодную и горячую. На горячей коже, вот именно, что этот аромат будет проявляться ярче и богаче, а вот с холодной кожи этот аромат выветривается дольше, но и раскрывается он менее ярче, чем с горячей кожи. Что еще хочу сказать о том, как советую мужчинам подходить к ароматам. Чрезмерное нанесение духов – вот ключевая ошибка всех мужчин. Аромат должен располагать к себе людей. Аромат должен привлекать внимание на подсознательном уровне. Поэтому следует умеренно наносить каждый аромат, сочетать ароматы косметических средств после бритья и парфюма следует очень и очень аккуратно. Духи не рекомендуется. Не только я, но и эксперты не рекомендуют наносить перед спортивными тренировками или в жаркие дни, и никак исключительно не советую наносить на зону подмышки. На одежде аромат, конечно же, сохраняется достаточно долго, нежели на коже. Поэтому можно нанести парфюм на платок или на шарф, если вы пользуетесь этим. Для одежды и для тела исключительно надо использовать один и тот же аромат. Поэтому, прежде чем приобрести какой-то аромат, протестируйте его не менее двух раз. Но вот Том Форд я тоже советую также делать. Обязательно, прежде чем приобрести, протестируйте этот аромат и другие ароматы, которые вы хотели бы в дальнейшем приобрести для себя. Тестируйте сперва,
смотрите, слушайте, как они слышатся и как они будут раскрываться на вашей коже. Ну вот и все, думаю, то, что сегодня я хотела вам рассказать о мужских ароматах. Если вас что-то интересует, какие-то другие ароматы, напишите в комментариях, что именно. Я постараюсь сделать видеоролик на эту тему тоже. На сегодня все. Спасибо вам большое. Надеюсь, мое видео оказалось вам полезным. Ставьте свои лайки, не забывайте подписываться. Это будет легко сделать, нажав на мой логотип в правом углу видео. Вы увидите мой логотип, просто нажмите на него, и вы автоматом станете моим подписчиком. Спасибо вам большое, до скорых встреч, пока!